Биржа CEMEX. Гарантированно верное решение. Привет, человечество! На связи Макс Первой. Итак, сейчас мы поговорим, куда же все-таки откладывать понемножку свои денежки. Почему понемножку? Потому что зарплаты сейчас не очень большие. Если брать среднюю зарплату в России, это примерно 30 тысяч рублей. Куда откладывать хотя бы 3 тысячи в месяц? Под подушкой в банк это вообще не вариант, тем более такими суммами, потому что будет все съедать инфляция. Открыть бизнес, что-то начать развивать за эти деньги практически невозможно. Есть куча разных хайпов, интернет-проектов, MLM-бизнесов и так далее. Здесь уже много людей теряли денег, много также зарабатывали, я не спорю, но если вы просто занимались для себя этим, это одно, но когда человек идет, вступает в какой-то хайп, какую-то пирамиду, где за облачные проценты непонятно за что платят, и зовет за собой друзей и родственников, которые потом в итоге теряют деньги, а зарабатывает лишь один, это очень неприкольно. Теряется доверие к человеку, теряется доверие вообще к интернет-бизнесам. И человек, ну, собственно, разочаровывается в каких-то инвестициях, вложениях, сам не разобравшись, почему это случилось. Сейчас я вам хочу преподнести информацию о площадке CEMEX, в которой, с одной стороны, привлекаются бизнесы, не стартапы, уже готовые рабочие бизнесы, которые приносят прибыль, но которые хотят масштабироваться, открывать такие же отделения там, или производства в других городах или в других местах, в которых уже есть четкая бизнес-система, по которой, действуя, идет прибыль. С другой стороны, мы привлекаем инвесторов. Любой человек может выбрать бизнес по душе, который ему нравится, которое нравится ему направление, изучить, связаться с владельцем этого бизнеса, пообщаться, встретиться, договориться, может покупать доли этого бизнеса, покупать доли прибыли. То есть это клево, когда у человека работающий магазин, сеть магазинов, там продажи ноутбуков, и он хочет открыть еще 5 отделений. Мы вместе скидываемся, человек не укладывая, открывает эти 5 отделений, и мы получаем половину прибыли, как инвестора. А половину прибыли получает владелец бизнеса, так как он вкладывал туда силы, энергии. На самом деле это бизнес-система очень крутая, это не просто сайт, это компания, которая зарегистрирована сейчас в Америке. Дальнейшие видео по самому сайту, как все там просто, как инвестировать, как смотреть проекты, я сниму с экрана, а можете также посмотреть. Ребята, хочу вас поздравить с Новым годом, пожелать материальных благ, пожелать успеха, пожелать, чтобы было у вас крепкое здоровье, чтобы была мотивация действовать, жить дальше. Всего вам самого наилучшего. Будут вопросы по CEMEX, по самой площадке, по регистрации, будут какие-то сомнения, непонятные вопросы, пишите мне в личку. Все ссылочки будут под видео, как для регистрации на сайт, так и моя страничка ВКонтакте. А на связи был Макс Первой. Всем желаю успеха. Пока. Биржа CEMEX. Гарантированно верное решение.